О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кирове зафиксировали первый летальный случай от клещевого энцефалита. От заболевания скончался пожилой житель областного центра. Как предполагают в Роспотребнадзоре, клещ на мужчину попал, когда тот находился на территории своего дачного участка. Стоит отметить, с начала сезона клещевым энцефалитом заболели уже 29 кировчан. Для сравнения, за такой же период прошлого года таких было 60 человек. Будут платить за багаж. Совет Федерации одобрил новое правило провоза багажа в самолетах. Поправки в воздушный кодекс позволяют авиаперевозчикам по желанию принимать решение о том, чтобы делать платным багаж при покупке невозвратных, то есть самых дешевых авиабилетов. По мысли авторов закона, это поможет снизить расходы тех пассажиров, которые путешествуют налегке. Остальным придется либо доплатить за багаж, либо приобрести более дорогой возвратный билет с включенным туда багажом. Получили признание. Сегодня творческой группе холдинга «Медиа-9» вручили медиапремию. Лучшей авторской программой на телевидении, по мнению экспертов Вятской торгово-промышленной палаты, стала передача «Журсовет», которая выходит на «Девятка ТВ». Отмечу, по словам организаторов, премия признания является мерой поощрения за особые успехи, заслуги и достижения в области развития журналистики и связи с общественностью Вятского края.